лет решил протестировать новую игру Project Cold War на своем компьютере. На данный момент RX 6600 почти способна держать в среднем 80 FPS на максимальных настройках. В конце вы увидите, сколько FPS на минимальных настройках. Обратите внимание, как прилично грузится мой процессор. Это дядина 400K. Но тут нужно понимать, что это тест игры. Думаю, что на момент выхода игры лучше оптимизируют. А так игра довольно интересна. Графика довольно красивая. Fuck! For liberty.